люди не способны выйти из тела, грубо говоря, и посмотреть на себя со стороны. И посмотреть на свои недостатки со стороны. И посмотреть, ну просто вот, я, грубо говоря, сейчас вот сижу, разговариваю такой, типа, люди не должны, и вот в этот момент выхожу, вот сюда встаю и смотрю на себя вот так, а там я такой, люди не должны, и я не могу это оценить со стороны, не могу это оценить со стороны, не могу это понять, не способен. Именно поэтому я могу, вот я здесь даже записывал это, есть такое, такое тоже изречение, философия тоже, опять же. Единственный способ составить представление о своих недостатках – использовать недостатки других как предупреждение. Понимаете, да? Это вот из этой всей темы, что ты же не можешь понять порой, что тебе в самом себе не нравится. Потому что ты можешь быть облечен какими-то там вот этими призмы взгляда на мир и так далее, какими-то оправданиями, какими-то защитными реакциями психики, понимаете, все это в совокупности не дает тебе возможности чисто смотреть на вещи. Но когда ты видишь кого-то другого, когда ты видишь его поступки, его резкие высказывания, его какие-то неправильные действия, ты легко можешь оценить это как предупреждение в том, как ты делать не должен, понимаете? И именно поэтому, когда человек критикует очень часто других людей, он занимается, грубо говоря, обучением себя. То есть он вот видит во всем критику, да, там, тем самым он может составить портрет того, чем он точно не хочет быть или являться. Но это, конечно, все, мы берем определенные, так скажем, паттерны, не будем говорить об этом вовсе. То есть это не значит, что все, кто там критикуют, они чисто самообразованием занимаются. Конечно, есть просто там какие-то долбоебы, есть просто люди, которые пытаются завладеть мнениями со стороны людей, которые хотят, чтобы их услышали, которые хотят любыми способами там проявить себя, чтобы люди, ну, за ними следили, да, вот, например, инстасамка. Инстасамка же строила свой путь очень много на противоречиях. То есть она там какие-то ограбления искусственные делала, свои квартиры там, постоянно там что-то высказывалось, вот, ну, тоже похоже, да, на хованского стиль, что-то там высказывалось против каких-то там курьеров, там, да, людей, которые там работают. Ну, то есть она так или иначе цепляла людей. И вот живет какой-то мужик где-то там, да, и он такой инстасамка, для него вообще это ноунейм неизвестный. А тут он видит новость, там, инстасамка сказала, что там, не знаю, работяги должны, там, типа, будут всю жизнь там за гроши работать, а я там такая крутая, и он такой, бля, я не понял. А я вот, например, работяга, что за хуйня? И он заходит и начинает изучать, да, там, что это там за девчонка, да, чем она известна. Ну просто, чтобы ее понять, схуя ли она, грубо говоря, а чё, блядь, а чё ты так высказываешься? И вот, вот в этом изучении он начинает накручивать ей охваты. То есть он смотрит ее истории в Инстаграме, он слушает ее треки, смотрит ее клипы. Даже если он приходит и под клипом ей пишет, бля, хуйня ты полная, грубо говоря, все равно... Он уже дал большое количество охватов ей, и она может с этими охватами работать, взаимодействовать, зарабатывать больше денег. Спасибо большое.